Мы тебе 2 недели говорим одно и то же. Ты сколько не понял, раз тебе повторять? Ты выводы можешь сделать? Сколько раз повторять одну и давай, ту же хрень тебе, а? Сколько раз тебе повторять одну и ту же, а? Сколько раз тебе повторять? Каждый раз? Что такое, ты не понимаешь? Чего делать? А в чем проблема? Ну а что, в чем проблема? Вдвоем что-то не человек. А какое дело-то твое, а? Какая разница, какое мое дело? В смысле, какая разница? В чем дело? Это наше дело. Че ты вмешиваешься? Скажи, зачем ты вмешался? Потому что мне это не нравится. Я пришел сюда, мне это не нравится. Что такое? Что тебе не нравится? Ты считаешь, я идиот, что ли, или кто? Ты выводы делаешь, нет? Ты выводы какие-нибудь сделал, мы тебе говорили это 3 миллиона раз уже. Успокойся, что за хрень вообще, а? Тебе пофиг, что ли, а? Тебе никто не поможет. Ты понял или нет? Никто тебе не поможет. Что за хрень это? Смешно это или нет? Успокойся. Смешно или нет? Сколько раз тебя предупреждали? Тебе никто не поможет здесь. Сколько раз мы тебя предупреждали? Тебе никто не поможет, ты понял это или нет? Что за хрень, а? Сколько раз мы это снять, а? В чем дело-то? Что он такое? Что такое-то, а? Все? Все? Давай мы успокоимся и спокойно поговорим. Я не буду сколько раз тебе объяснять-то, а? Давай. Ты должен был все это понять. Ты должен был сделать. Ты должен был понять это нахер. 10 000 раз слышишь меня или нет? Что тебе непонятно? Что непонятного тебе? Расскажи мне, пожалуйста. Что тебе, блядь, непонятного? А? Каждый раз тебе надо? Каждый раз одно и то же, а? Ребят, чуть спокойнее, давайте. В чем дело? Вы просто в кампусе, тут нельзя. Ну и что дальше? Это твои проблемы? Ребят. Ну вы одного человека трещали. Мы же не тебя бьем, правильно? Правильно. Ну так что проблема? Ты знаешь, чем суть? Не стоит? Зачем ты остановился? Ты знаешь, чем суть, зачем ты остановился? Скажи, пожалуйста, это твое дело, нет? Что непонятного еще тебе? Что еще непонятно, а? А? В чем дело? В чем дело? А что такое? Это твое дело? Нет, это просто твое дело? Нет. Ты хочешь помочь? Нет. Ты не хочешь помогать? Так иди дальше, если не хочешь помочь. Сколько раз тебе говорить одно и то же? Ты мне зайдет, Гер, тебе никто не поможет. Понял меня или нет? Каждый раз надо объяснять. Каждый раз тебе объяснять одно и то же надо, а? Никто тебе не поможет. Но вы должны это делать явно не тут. То есть, а если мы отойдем из кампуса и будем его там бить, будет нормально? Если отойдете, будет то там спокойно, там, да? Да? Ну мы продолжим не из кампуса, выйдем. Хорошо. Пойдем, отойдем, и там побьем. Сделать. Ты понимаешь, что от твоего решения сейчас зависело очень много, честно. Ты выводы не можешь сделать, нет? Какого черта, блядь? Реально, надоело, просто надоело это, блядь. Надоело это все. Какого черта? Чел, ну что за фигня? Спасибо большое, спасибо за помощь. Спасибо. Он тебе скажет, благодарю. Не забудь выложить интернет обязательно. Еще поставь хэштег, я смотрел, как бьют человека и ничего не сделал. Молодец. Давай мы успокоимся. Сколько раз мы тебя бьем? Я не собираюсь с тобой успокаиваться, давай, понял? Давай мы не будем решать голоса. Мы просто убьем нафиг сейчас, а? Давай. Ребят, спокойно, спокойно, спокойно. Что он сделал? Что такое? Что случилось? Что проблема? Что случилось? Что проблема? Этот проблем. Что за проблема? Этот. Это твое дело? Какое этот проблем? Это не мое дело, но я не... Что такое? Хочешь вписаться или что? Что? Вписаться хочешь, нет? Что это такое? Заступиться. Просто скажи, какие проблемы? Защитить. Какая проблема у тебя? Что случилось с ним? Почему? Он виноват. Он провинился. Это твое дело, скажи мне. Что он делал? Почему ты не прошел мимо? Ты вступиться хочешь или что? Нет. Просто объясни, зачем ты вступился. Просто объясни, зачем ты вступился. Ну зачем вы его двоим? Ну, ладно. В чем проблема? Просто объясни. Нет проблем. Нет проблем? То есть мы можем его бить, продолжать бить? Ребят, ну не надо. Я не говорю, что не можешь нормальные проблемы решить? Мы их ты нам поможешь решить? Нет. А что ты тогда в лес? Ну, поговорите просто. О чем поговорить? Ты знаешь, в чем проблема? Нет, я не знаю, о чем. Ты вступился за Менкова или что? Нет. Пойдем? Пройдем. Куда пойдем? Пойдем, пойдем. Ну, я иду. Мы его просто так не оставим, я тебя предупреждаю. Не, хорошо, я понял. Так все, так пройди мимо и все тогда. В чем дело? В чем мы зацепились языками? А что вам его вдвоем не бить? Он провинился. Ты знаешь ситуацию или нет? Нет. Если не знаешь, просто иди мимо. В принципе, конечно, ты прав, но, бля, ну вдвоем это реально, ну, не по-человечески его пиздить. Раз на раз не выскочи просто, и все. Нифига вот вдвоем на него лезть. То есть тебе это не нравится? Ну то, что вдвоем это просто, тебе говоришь, это не... А зачем ты ему пожал сейчас руку? Я не знаю, почему. Чувак. Ладно, чувак, это камера, вот видишь, ты молодец, что остановился, молодец, что помешал ситуации. Спасибо. Мы его не били. Просто очень натурально выглядит. Ну что, ну реально некрасиво, он меньше вас, блядь. Это твое дело, скажи, зачем ты мешался? Да не мое. Ну а что, мимо ходить, пацана бьют. Правильно, не надо мимо ходить. Это все прикол, это розыгрыш, вот там камера, молодец, бьет? Ты не прошел, да. Мимо, серьезно. Все нормально, мужик, никого не бьют. Ну видно, ну, он меньше.
Давай. Какое твое дело? Зачем ты остановился? Да мне просто не нравится, что вы человека бьете вдвоем. Ну хорошо, вам не нравится, можете идти мимо. И что, не вас же бьем, правильно? Правильно, еще бы нас били, конечно. Ребята, это не по-человечески. Да, это не по-человечески. Согласен с вами. Поэтому это был небольшой розыгрыш. Вот там вот скрытая камера. Молодцы, что остановились, не остались безучастны. Тут прям собралось. Жалко, жалко, не снимать не начали. Да, серьезно. Нет, ты молодец, ты красавчик на самом деле. Просто знаешь, обычно люди проходят, им пофиг. Вообще, я прям начал. Молодец. Но если Бог есть, почему он помогает олигархам, а не помогает нормальным хорошим людям? Значит, там нет Бога, дьявола. Почему он не помогает тем, кого бьют на улице? Тоже непонятно. Почему он не помогает тем, кто бьют на улице? Скажите, пожалуйста. Не знаю. Вот я тоже не знаю. Не знаю. Многие просто проходят мимо и... И меня огорчает эта ситуация. Я хочу ее исправить.